Ну, ничего себе, я так умею, разве? Почему здесь такая поротая музыка? Опа! Всем привет, дорогие друзья, с вами Тёмыч, и сегодня мы с вами поиграем в очень необычную игру. Таких игр еще не выходило на моем канале, да, ребята? И эта игрушка называется Temic Adventure. Да. Переводится как приключения Темика. Вот. Да, ребята, эта игрушка про меня. Наконец-таки начали делать игры про меня. И мне сам автор сказал то, что эта игрушка демка, она очень коротенькая, поэтому это видео будет длиться, наверное, минут 5, может даже меньше, а может даже больше. В общем, сейчас посмотрим. Нам уже игра говорит готовы. Мы все, конечно же, готовы, поэтому давайте посмотрим на этот шедевр. Поехали. Так. О, господи. Подожди, это... Что это? Так, окей. Ну, рисуешь ты, конечно, прям вообще нормально. Прям как я. А руку, смотрите, как рука нарисована. Прям у меня рука как крюк какой-то. Одна рука тонкая, другая толстая. Глаз вообще куда-то сюда уехал. Слушай, отлично рисуешь. Так, ну, естественно... Это, моя... как она называется? Аватарка, да, господи. Чё я забыл, как она называется? Уже всё позабывал. Так, пресс Enter. Давай, посмотрим. Квартира Темика. А почему такой маленький возле этой квартиры? Ну, на самом деле, она не совсем такая. Ну... Ничего себе, я так умею, разве? Почему здесь такая поротая музыка? Почему я здесь так упорно дохожу? Что это сейчас было? Шипы? Посмотрите, как мы прыгаем. Подожди, на весь экран можно? А, во, на весь экран можно. Боже мой, как же ты... Как же я упорно хожу? Темик сделал какую-то фигню. Да, это чё? Улица. О, ну тут прям... да. Господи, что это за трубы? Что с ними сделали? Ё-моё. Ну, на самом деле, я не живу в таких домах. Чего? А, я вообще где живу? Не спик. Ё-моё, я чё, на какой-то свалке, что ли? Охренеть, тут вообще всё засрано. А, шипы. Я чё-то даже их не заметил. Да. О, смотрите, у меня то зима, то осень, ничего себе, у меня прям за каждым шагом просто меняется время года. О, теперь лето, все замечательно. Господи, как я хожу, как? Да, очень странно, конечно. Так, финиш. Ну, мы до финиша добрались. Темик сделал какую-то фигню. Вот это нифига себе. Вот, ребята, все. Конец демо. Вернуться в меню. Ну, как-то так вот, ребята. Да, конечно, игрушка очень короткая. Вот, но, в принципе, прикольная. Поржать, в принципе, можно здесь, серьезно. Вот, поэтому, если вам понравилось это видео, лайк, подписка, колокольчик, комментарий и, в общем, да. Ну, в общем, будем ждать полную версию. Он мне уже сказал, что он уже начал потихонечку делать. Господи, это, конечно, упорото сейчас было, но... Коротко, да. Но, в общем, как-то так вот. Всем огромное спасибо за просмотр. Да, с вами был Тёма. Всем удачи, всем пока-пока.